Для оценку Веры Сесиной она вторая, 17,6 балла. Повторюсь, на первом месте Ольга Капранова. А вот сейчас выходит Анна Бессонова. Это считается ее коронным видом, обруч. Очень драматичное упражнение под музыку из кинофильма «Аврора». Она очень вот на соревнованиях, на многих, прекрасно делала этот вид. Посмотрим, как она его сделает сегодня. Она как раз вся в белом. Немножко. По-моему, была заминка, не справилась немножко с обручем. Да, но... вот, к сожалению, упала она с равновесия. Хорошо очень сделала сейчас повороты. Да, вот сейчас были еще, вот она сейчас очень много делает, стала поворотов именно на пассе. То есть нога около колена. Если их делаешь много, то, конечно, это производит очень хорошее впечатление. Она не волнуется. Да, это видно. Схватила обруч ноги 2. Это видно, что они очень сильно волнуются, конечно, жалко. Это действительно лучший ее вид. Были такие помарки значительные, но не знаю, как оценить судьи. Все в их руках.